Что такое динамическая стрельба, что такое стрелковый клуб «Практика»? Стрелковый клуб «Практика» объединяет 40 человек примерно, даже больше. А много это или мало? Вот примерно количество участников сегодняшнего мастер-класса, презентации – это количество людей, которых объединяет стрелковый клуб «Практика». Это не просто номинально, а все эти люди каждую неделю ездят, тренируются, занимаются динамической стрельбой, по соревнованиям ездят и по Украине, и выступают за границей. Что такое динамическая стрельба? Динамическая стрельба объединяет очень много разных направлений, начиная от спортивной стрельбы до самообороны стрельбы. Я, как и многие здесь, купил ружье для самообороны, а уже после этого начал заниматься стрельбой динамической, спортивной. Это полностью меняет весь уклад жизни. Вы, если начнете заниматься, то будете ездить и по Украине, и за границу. Это очень интересное времяпровождение. Также найдете себе очень много друзей. Меня зовут Андрей, я представитель компании «Сафари Украина». Я рад вас приветствовать сегодня, как и наши партнеры, на этом прекрасном соревновании, тренинге. Поскольку будет 4 отдельных группы потихонечку по часовой стрелочке двигаться, вот, дабы сейчас не распыляться, не занимать время, каждой группе по отдельности мы сделаем плюс-минус ту же самую презентацию того товара, который мы можем вам предложить. Вот, и хочу вам пожелать хорошего дня. Добрый день, меня зовут тоже Андрей, представитель компании «Арсенал 911». Вкратце о нас. Занимаемся аксессуарами для стрелковых видов спорта, военным снаряжением, одеждой, обувью и прочим. В основном работаем с представителями американского рынка, с крупными интернет-магазинами Америки. Также представляем компоненты для тюнинга оружия. Рано или поздно, я уверен, что у многих из вас возникнет желание модернизировать оружие под себя, улучшить какие-то органические качества. Ну, все это можно найти у нас в интернет-магазине «Арсенал 911». Некоторые товары мы привезли с собой. Можно подойти, ознакомиться, получить соответствующую скидку для членов клуба «Практика». Спасибо всем, удачи вам сегодня. Все хорошо. Я вкратце хочу рассказать тебе о нашей стрелковой бурсе. Что это такое? Как вы уже слышали, «Практика» – это спортивный стрелковый клуб. Я делаю акцент именно на слове «спортивный». Мы стоим на тех позициях, что спорт, наверное, максимально позволяет раскрыться стрелку, раскрыться в полной мере. Почему? По одной простой причине. Потому что в спорте как бы минимум субъективизма, все ваши результаты очень четко видны, они фиксируются простым устройством, таким как стрелковый таймер, и вы как бы можете четко наблюдать свой прогресс. Можете сравнить ваше время, ваши результаты с другими стрелками и понять, над чем вам работать дальше. Вот. Именно для тех стрелков, которые поняли, что хотят двигаться в спортивном направлении, те, которые осознали, что спорт им будет важен как база, может быть, для чего-то другого в дальнейшем, было создано такое мероприятие долгосрочное, скажем так, которое называется «Стрелковая бурса», и в котором спортсмены рассматривают какие-то базовые элементы, базовые перемещения, стрельбу. Вот. Наши спортсмены, уже имея многолетний опыт, уже как бы разработали, накопили достаточную базу этих базовых элементов, понимают, в каком направлении нужно двигаться, и это все мы вот как бы передаем начинающим стрелкам в стрелковой бурсе.
делали. Что это значит фактически? Фактически это значит, что раз в неделю вы приезжаете сюда на стрельбище вот, и проходите тренировку какую-то одну тематическую, да? То есть программа расписана, она уже давно известна нам. Приезжайте, тренируйтесь, прогрессируйте вместе с нами. На сегодняшний момент одна такая тренировка стоит 250 гривен, что, в принципе, считаю, мне так уж и много. Вот. Так что добро пожаловать. Для тех, кто заинтересуется спортивным направлением, всегда будем рады вас видеть. Спасибо. Ребят, кратко расскажу по тренировкам по будням групповым. Каждые выходные у нас проходят тренировки с динамической спортивной стрельбы. Наши тренировки проводятся по субботам и воскресеньям. На них можно зарегистрироваться у Сережи Мендуса. Также тренировки проводятся, ну то есть анонсируются на нашей официальной группе Facebook в практике. Зарегистрировавшись у нас на тренировку, вы приезжаете. Если впервые, вам кратко инструктор проводит инструктаж по технике безопасности. Если нет опыта владения безопасным обращением с оружием, он рассказывает, как правильно зарядить, как правильно поставить стоечку, как перемещаться правильно. Вот. На каждой тренировке, каждая тренировка посвящается какой-то одной из тем с динамической стрельбы, будто там работа над портами, работа в движении, вот. Это все подводится к тренировке. Потом идет небольшой разогрев, после разогрева стоит, будет построено упражнение, каждый из стрелков будет проходить упражнение. Когда стрелок проходит, инструктор потом рассказывает ему, какие ошибки были, над чем стоит поработать. Вот. После тренировки, конечно, будет определено внимание. Кому-то расскажется, на чем нужно работать, холостые тренировки. Сегодня желаю всем провести хороший день, получить массу удовольствия. Ну, хорошего дня, хорошей тренировки, ребят. На следующих выходных будут два семинара. В субботу это будет владелец оружия, базовый семинар. И в воскресенье будет дробовик для дома, семинар, посвященный самообороне. О них тоже можно будет узнать уже в тепле, по телефону у Сергея Мендуса. Всем участникам сегодняшнего мероприятия будут предоставлены карточки скидки 50% на все тренировки в течение всего февраля. Вот, то есть стоимость тренировки 400 гривен, для вас она будет 200 гривен. На этом стрельбище провожу семинары и тренировки по мелкокалиберному карабину 22LR. Новое направление в стрелковом спорте в Украине. Само по себе оружие стоит недорого, боеприпас стоит вообще копеечный, там в районе 2-3 гривны. То есть можете приходить тренироваться. Кроме того, сейчас, слава богу, темнеет очень рано,
Посему у нас есть возможность провести на этом стрельбище семинар с гладкоствольным ружьем и с фонариками. Называется он «Самооборона в тевриме рушница». То есть вы имеете там возможность полностью протестить свое оборудование, фонари, в дыму, разный свет, получить какие-то новые знания и пострелять, что самое главное, в темноте, как бы, что является довольно специфической штукой. Очень замечательное мероприятие, очень много нового можно узнать, увидеть, попробовать. Также много полезных вещей инструктора рассказывают, что очень пригодится как при home defense, да, защите дома и близких, так и для спортивных мероприятий, соревнований и прочих, физическая стрельба. Вот. Побольше бы таких замечательных мероприятий проводилось бы и почаще. Вот. Все классно, все замечательно. Спасибо. Ну, все очень понравилось, очень действительно хорошо, очень приятные люди вокруг окружают. То есть очень качественно объясняют, ну, инструктора, профессионалы. То есть очень интересно попробовать, попрактиковаться и познакомиться с новыми людьми. Спасибо. Я перший раз на таких заходах, і мені дуже сподобалось. В принципі, то, чого не вистачало, бо тактику, всякі там рухи проходили, а от зі стрільбою ніколи, тому що і воно так виходить, що якось дуже доречно. В принципі, перший раз на такому мероприятті. Дуже все понравилось, дуже класно. Є бажання займатися далі. Великолепно, много нового узнали, особенно если учесть, что первый раз. Интересно. Очень понравился подход инструкторов. Нету на работе, не получается. Вот делаю вот так вот. Классно. Круто. Все, что я могу сказать. Очень классно. Интересно. Приходите сюда. Да. Мы его достаточно долго тестировали, стреляли из него. И перед началом наших стрельб, конечно, был определенный скепсис, потому что тогда проводилась акция. Эта помпа стоила $160. Я не знаю, сколько она сейчас стоит в магазине. Наверное, 5,5 тысяч гривен. Это тоже акционная цена. Да, на самом деле я не работник магазина, я лицо не заинтересованное, у меня никакого интереса финансового в этом нет, я просто расскажу о своих ощущениях. Стреляли мы много, на морозе стреляли, ружье показало себя, в принципе, очень достойным. Мы его разбирали, смотрели, что внутри. Очень, на самом деле,
порадовало качество сборки и качество обработки вот всех поверхностей. Конечно, когда вы начинаете стрелять достаточно много из ружья и практиковать динамическую стрельбу, вы понимаете, где нужно подточить, где нужно что-то срезать. Это нужно сделать практически в любом ружье. То есть вот, даже самые дорогие модели какие-то, итальянские, там, Бинелли, вот у меня Ремингтон, мы все их занимаемся напилингом, тюнингом для того, чтобы комфортнее заряжаться и комфортнее стрелять. Значит, возвращаясь к этому ружью, очень порадовали некоторые технические решения, вот, потому что мы разбирали, как бы у нас у всех разные ружья, мы где-то там на подсознании сравнивали со своими ружьями. Вот. Я хочу сказать, что здесь я вижу такой некое сочетание, может быть, конструктивное. Некоторые элементы от Ремингтона, некоторые от Мосберга. А некоторые решения меня, в принципе, еще больше порадовали своей надежностью. Например, отражатель гильз, он здесь выполнен в виде такой очень жесткой детали, в отличие от Ремингтона. Очень порадовало крепление тяг цевья, которые легко снимаются, что не так легко сделать там, в том же Ремингтоне. То есть, в принципе вот, было заметно, что ну, как бы ружье не отбиралось по цене, что это самое дешевое, да, ружье там на тот момент было на рынке. Видно было, что оно еще и отбиралось по каким-то своим конструктивным особенностям, и в принципе оно. Эти особенности в этом ружье очень-очень даже достойны. Короткий ствол, удлиненный магазин, вы видите. Мы стреляли дробью, стреляли пулей. Очень предсказуемая осыпь дробовая получается. Пулю мы стреляли где-то метров 45, наверное, по мишеням. В принципе, при правильной вкладке и прицеливании все пули попадали в мишень, что, в принципе, с гладкостволом, как вы знаете, не всегда бывает. Так, что бы еще такого рассказать интересненького? Эргономика ружья очень приятная, на самом деле, мы все это отметили. Вот осмелюсь там сказать за всех. То есть его очень удобно держать, очень удобно из него стрелять. Для чего это ружье? А? Поцелуй, остался поцелуй. Встать на колено и поцеловать. Нет, на самом деле, для чего может быть, кому может быть интересно это ружье? Ружье как бы... Владелец наверняка сможет овладеть какими-то навыками там, безопасного обращения, навыками спортивной стрельбы, самообороны. Ружье просто может стоять там, в сейфе для самообороны. Сейчас как бы очень популярно у нас такое направление. Если просто его оставлять в сейфе для самообороны скучновато, его можно привозить на стрельбище периодически, из него стрелять, улучшать свои навыки и даже попытаться повыступать в каких-то там турнирах по практической стрельбе. Понятно, что там, в каких-то топовых соревнованиях вас, наверное, будут с ним обходить, потому что там ружья гораздо дороже и конструктивно, может быть, немножечко отличаются. Но ружье очень достойное. Да, я хотел только, коллега, дополнить по поводу крала. Вся эта авантюра начиналась с меня, вот, по помпе за 160 баксов. И благодаря инициативе магазина «Сапай», действительно, не продает, не сотрудники магазина, я начал заниматься динамической стрельбой из ружья 10 лет назад. И начинал стрелять из украинско-турецкого полуавтомата «Алтай» за 300 баксов. Не за 160, за 300 баксов. Вот. После этого уже был «Мосберг», «Супернова», «Грета» и т.д. и т.п. Но когда я первый раз взял ружье в руки, вот вспомнились те ощущения легкости, баланса, которые были у «Алтая». Вот, к сожалению, мне казалось бы, на дешевизну ружья, то первое мое ружье было самым удобным, самым, наверное, сбалансированным из всех, из которых я стрелял потом. По развесовке, по удобству манипуляций, по всему. Вот. И крал мне очень напомнил его. Такая легкая нотка на стол G. Что, в принципе, удивило для ружья за такую цену.
Кто у нас? Класс. Класс назовем его. Стандарт мануал. Полили, мозговой. Абсолютно. Поздравляю. Спасибо. Аплодисменты. Абсолютный чемпион в категории Ladies. Класс, стандарт мануал, да? Мы безумно рады были видеть такое большое количество участников, новых собственников оружия. Мы надеемся, что что-то полезное вы сегодня для себя услышали, что-то взяли, какой-то опыт приобрели. Я напоминаю, что всем, как и обещали, мы раздадим сейчас карточки с дисконтом 50% на участие в наших тренировках в течение февраля. Также мы раздадим вам сертификаты с пустыми полями, где вы сможете сами для себя вписать название семинара, на котором вы хотите поучаствовать. Благодарим наших партнеров Safari Украина за презентацию, за призы, подарки. Магазин Арсенал 911, подарки, презентация. Спасибо всем за участие. Напоминаем, что придя в магазин Арсенал 911, можете просто сказать, мы говорим с практикой, и у вас будет автоматический скидок 10%. От Safari Украина вы получите также подарки. Действительно, Марина всем сейчас их получит. Там тоже информация в магазине, разовые дисконтные карточки 15% на приобретение любого товара, в том числе и ружья. Вот, поэтому скидка неплохая. Да.